всех приветствую на своем канале. Я сегодня хочу показать вам небольшой видеоролик о том, как я декорировала яйца к празднику Пасха. Вот такие вот яички можно поставить как декор на стол, либо в комнате где-нибудь в честь праздника Пасхи. Эти яички деревянные, их я купила на рынке. Я думаю, на любом рынке их можно найти. Они стоят совсем недорого, где-то около 3 гривен за яичко такое небольшое. Хочу сказать, что яйца я декорировала всем тем, что было у меня под рукой. Ничего специально для этого я не покупала. Если вам интересно посмотреть, как я это делала, давайте смотреть дальше. Для начала я сделаю подставку для сушки яиц. Использовать я буду вот такой пенопласт и зубочистки. Вставляю зубочистки в сам пенопласт, и у меня получается такой вот небольшой ежик. Теперь возьму гофрированную бумагу, ее вы могли видеть в моем видео о покупках. Порежу на небольшие полоски, и получается вот такая вот красота. Такие полосочки можно уложить в коробку с подарком, и будет смотреться очень интересно. Начинаю декорировать яйцо. Мне понадобится само яичко. Далее водоэмульсионная краска, которая осталась от ремонта. И перчатки. Окунаю яйцо в водоэмульсионную краску. Но я поняла, что этот способ не очень хорош, поэтому взяла кисточку и покрасила просто кистью яйцо. Отправляем сушиться. Поэкспериментировала с покраской яиц, я поняла, что самым лучшим способом у меня являются лаки для ногтей. Они быстро сохнут и не теряют блеск при высыхании. В общем-то, можно применить фантазию и разукрашивать как угодно на свой вкус. Кстати, такие яички можно сделать вместе с вашими детками или подарить своим знакомым. Точки можно проставить при помощи обратной стороны карандаша, что я и сделала. Вот такие яркие, красивые, веселые пасхальные яйца у меня получились. А вот такое пасхальное яичко я изготовила в прошлом году. Использовала клей ПВА, которым покрасила само яйцо, и присыпала глиттером. Далее тоже использовала лак для ногтей и глиттерный клей. Теперь на моем пасхальном столе будет стоять вот такая интересная композиция. На этом все. Надеюсь, видео было для вас интересным. Хочу заранее поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать вам всего самого хорошего и пожелать, конечно же, чтобы порядок и уют всегда царили в вашем доме. Увидимся в следующем видео. Пока!